В Видном состоялось 20-е заседание депутатов Ленинского муниципального района. Заседание прошло в максимально рабочей обстановке. В повестке дня насущные вопросы жизнедеятельности нашего муниципалитета. Первый докладчик – начальник финансового управления администрации Ленинского района Татьяна Макушкина, которая рассказала о внесении поправок в решение Совета депутатов о бюджете района. Предлагается увеличить доходы бюджета Ленинского муниципального района на 180 597,2 тысячи рублей. Корректировками затрагиваются показатели 11 муниципальных программ. После внесения предлагаемых изменений бюджет района на 2018 год по доходам составит 6 миллиардов 814 миллионов рублей, по расходам 7 миллиардов 41,8 миллиона рублей. Дефицит бюджета составит 227,8 миллиона рублей. Это уже пятая по счету поправка в главный финансовый документ муниципалитета. Как и в четырех предыдущих, изменения касаются только 2018 года. Показатели планового периода 2019-2020 годов остаются без изменений. По этому вопросу народные избранники проголосовали «за». Далее депутаты ознакомились с новой редакцией положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля. Осуществление плановых рейдовых осмотров теперь предполагается без взаимодействия с правообладателями данных земельных участков. Дальше уточнены процедуры составления ежегодных плановых проверок, в частности, состава сведений, включаемых в данные проверки, а также сроки и порядок их согласования. Что касается внеплановых проверок, то здесь следующий порядок получения требований. Необходимо обязательное согласование с прокуратурой. Данные изменения не вызвали нареканий у депутатов, и решение было принято единогласно.